почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарев, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Об этой доброй, необычной и невероятно ароматной книге каждому ребенку, да и взрослому, знать не помешает. Точнее, о двух книгах сразу. Но начнем с автора. Луиджи Балерини, итальянский психоаналитик, писатель, руководитель детской школы креативного письма, а также сценарист мультфильмов и телесериалов. Главное не спутать его с другим итальянцем и тоже Луиджи Балерини, писателем, поэтом и переводчиком. Но если вы, дорогие слушатели, прочтете книги первого Балерини «Синьорину Корицу», вышедшую на русском языке в 2019 году, и новая кондитерская «Синьорины Корицы» в 2020, уверена, пополните ряды многочисленных поклонников. Автор не скрывает своих вредных наклонностей. Он неисправимый сладкоежка, да еще любящий создавать кондитерские изделия. Вот и соединились две его страсти – психоаналитика и кулинария под одной обложкой. Главная героиня, синьорина Корица, замечательный человек, взрослый, умеющий делать людей счастливыми, в особенности детей. Она именно тот взрослый, который должен быть в жизни каждого ребенка. И если в первой части главным было желание освоить вкус, то во второй части запах. Итак, девочка 12 лет, Марта с бабушкой, оказывается на непонятном улице, в неизвестной кондитерской, где на витринах нет ничего. А все потому, что синьорина Корица готовит пирожные по вашим меркам для каждого человека, случая и проблем. Такие сладости позволяют покупателям взглянуть на мир и сложившуюся ситуацию по-другому. Марта становится ученицей в этой странной кондитерской. В книге много кулинарных изысков, но еще больше света, доброты, соучастия, заботы, дружбы и взаимовыручки. Всем захочется полакомиться лимонным пирожным. Все будет хорошо. Или хрустящей корзиночкой. Нужно набраться терпения, если все идет не по плану. Во второй книге Корица откроет свою новую кондитерскую. И ее почитатели, ученики Марта и Матео, отец Марты, невероятно счастливы. Знакомство Корицы на пароходе с парфюмером повлияет и на Матео. Талантливый Эудженио де Розмарини снова вернется в профессию и будет создавать для каждого свой аромат, свой неповторимый парфюм. В книгах, несомненно обладающих психотерапевтическим эффектом, много и доброго, и не очень. Грусть, отчаяние, разочарование, но любовь, дружба и верность побеждают все. Синьорину Корицу читаем с удовольствием. 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».